интересно сейчас то, что вы его простите, вы потом себя будете так за это ценить, так благодарить, так благодарить, так благодарить, вы себе дали. Слышно, не слышно, меня еще не понимаю, очень стою на все. Прости его, но прости не на словах, а прости на деле тоже. Я это все уже знала. Мне кто-то сказал, что в прошлой жизни ты была довольно-таки человек хороший, который делал много хороших дел и был... Вообще очень важно молиться, знаете. Я поняла, что молитва, она защищает. Так что обязательно надо молиться. Но никто вас не сможет не обидеть, не причинить вам зла, ничего. Обязательно молитесь, молитва вас будет защищать. Начал что-то писать. Вот. И каждый имеет право на свое мнение. Свое мнение навязывать никому не нужно. Вот. И, короче, не ругаюсь. Ладно? Ну, просто я не видела какие-то избирания. Нет, дружба, чизкейсики. Все верно. Хорошо? Помните одно, жизнь очень коротка для того, чтобы тратить ее на всякие негативные. Я, кстати, тут недавно для себя отметила такую вещь. Я очень редко бываю на отрицательных эмоциях. Не то, что редко, а настолько редко, что это какой-то вот, не знаю, на вибрациях, вот на этих, о которых я вам рассказывала. А настолько редко, что это бывает, допустим, ну, можно исчислять, допустим, годами. И тут недавно у меня состоялся разговор с который, скажем так, на эмоции вывел. Вот. И я пришла домой, это было вот недавно, 4 года назад, я пришла домой, и был такой эмоциональный разговор, и продолжался. Даже сейчас вспомнил, как у меня голова заболела. Представляете, насколько я очень чувствую вибрации, энергию очень сильно. Короче говоря, как я пришла к этому времени, нет, я не знаю, но сам факт, что я начала отслеживать и ощущать, я свое тело чувствую, я ощущаю каждый свой орган, каждый вообще, ну, каждую частичку. Вот я что-то съел, я знаю сразу, что у меня, ага, этому органу не нравится, это еда, допустим. И также мысли, вот, которые несут вибрации. И этот разговор, ну, это как бы вибрации были такие неприятные. И я пришла домой и начала наливать кофе. И наливала кофе, и написала как бы сообщение, поняла, что я смотрю, что в кофе, я даже его не насыпала, кофе фильтр, просто поставила воду фильтроваться, что, короче говоря, ну ладно, такая, что я звоню, такая раз открыла эту. Куда-то сыпать, открываю ее, она у меня просто вылетает с корнем оттуда.
падает, поливается вода, это все вот за одну секунду буквально я ощутила, поняла, thank you for sharing that. И такая, ну, боже мой, тут же из рук стало все валиться, то есть как бы... А я в этот момент написала, что окей, ну, то, что я сделала для человека, говорю, тогда я это заберу. Потому что это мое, это лежит мне. Раз ты так поступаешь, я говорю, я заберу тебя. И понимаю, что я бы так никогда не сделала. Вот это не я говорю. У меня внутри плохо, понимаешь, это не я говорю, что это мои эмоции говорят. И потом я смотрю, это кофе посыпалось, тут повалилась вода, я все понимаю, что это не моя вибрация, мне не так не нравится. И а мне нужно было идти за чаечкой в школу, и мне оставалось буквально 5 минут времени. Я потом такая пишу тут же, говорю, нет, ты знаешь, я передумала, я так делать не буду, я ничего забирать не буду, оставь это все себе. А я говорю, как бы это не мое. Я говорю, что ты, ну, это не мое, вам выбрать. Я просто почему рассказываю, объясню. Я хотела вас выбрала или вы слышите меня? Все слышали, что я говорю, да? И на каком-то моменте. Что хотят забрать, я не буду говорить. Я просто хотела забрать кое-что. То, что принадлежало мне. То есть как бы то, над чем я трудилась долгое время. Это не материальная вещь какая-то, не думаешь, что это подарок, нет. Просто как бы некрасиво. Вот я считаю, что это неуважительно, потому что это, ну, опять же, мое, может быть, мнение субъективно. Я поняла, что все стало валиться, я думаю, нет, я не буду этого делать, я оставлю это. Я не хочу забирать. Я поняла, что если я заберу, я не буду себя чувствовать хорошо, что это не будет как бы мне приносить удовольствие от того, что я сделала, допустим, какую-то вот такую маленькую, не знаю, такую, ну, то, что подлянку, ну, наверное, подлянку даже, да, то, что забираю, это как бы, ну, и я сказала, и тут же написала, что ты знаешь, нет, и у меня так слезы подались из глаз. Я поняла, что это не я, это не мое состояние, и я в этом состоянии не привыкла быть. Я думаю, переживи это, как бы, пусть это тяжело сейчас, но как бы переживи это, пусть это будет, ну, такой как бы урок. Но все равно все понимаю, как урок. И я так поплакала быстренько, пока никто не видел, не слышал. Такая, ну, не то, что я там, я вытерла слезы, такая, ну, пойду за ребенком. Еду за ребенком, я иногда забираю на самокате, короче, беру самокат, еду в переходе, и там было что-то налито. И этот самокат просто вылетает у меня из-под ног, и, ну, как бы я, слава богу, я там успела, я как бы просто пробежала, скажем так. Я не упала, ничего, но я такой на скорости ехала. Он просто первый раз в жизни, именно вот в этот момент, понимаете, он вылетает из-под ног. На следующий день у меня болело просто в жизни так. Свело спине, у меня была, вы знаете, когда колет под сердцем, типа, это называется невралгия. Я про чему рассказывала? Я рассказывала это только потому, что, девочки, насколько энергия, которую вы в мыслях своих, вот эти вибрации, мысли, насколько они сильны, что они сразу же влияют на вашу жизнь. Моментально эффекты не бывают, сразу же. Сразу все без из-под рук, из-под ног все вылетает, у вас начинает все болеть. И каждая такая мысль, каждая такая вибрация, если я просто когда я написала, я говорю, ты знаешь, я не буду избирать, я говорю, я просто вычеркиваю из своей жизни вот этот период, который я вложила в этот труд. Я просто его отдаю, я забываю, я просто этот файл выбрасываю свой долг, как будто я не работала над этим моментом. Боже, вот сейчас я думаю, слава богу, что я так поступила мудро, что я не пошла на поводу эмоций, хотя такое бывает у меня так редко в жизни. Это просто вот, я говорю, годами исчисляются такие ситуации, когда вот что-то подобное может быть. Вот, и поэтому я не то, что вернется, мне не надо, чтобы что-то возвращалось, не хочу. Я просто знала, я эти эмоции взяла и сублимировала в такую как бы силу. Я думаю, я еще стану как бы сильнее, я еще стану лучше. То есть, когда вот есть такая обида, которая, ну, я не могу сказать, что это мое личное, я не могу сказать, что это, но когда есть такие моменты, которые там обиды, или что-то, что с вами не поступили, или вас там
ваш труд не оценили, который там, допустим, вы делали, кому-то, допустим, вкладывали, вас человек обманул, передал, неважно, там, по работе, по бизнесу, такое. Отдать. Вот я просто поняла, когда я отрезала, когда все прошло, это все боли, все врачи прошли, но вот сейчас прошло всего 4 дней, я понимаю, что слава Богу, что я вот так вот решила, что я не сделала ничего на поводу эмоций. И это так важно, вот, научиться в такие моменты, если они бывают, взять себя в руки, и даже если обидно, даже если вам просто что-то нет, там, не смогли к вам, сказать, что я это переживу, все будет хорошо. И правда, все будет хорошо, так что... Как избавить эти вибрации, надо вспоминать, надо запоминать, Я развожусь, не могу есть, постоянный озноб, потеря аппетита. Ну, это надо просто пережить, конечно же, пережить. У вас сейчас может быть тоже и на конце вот этого, на воспоминаниях. Kiss you too, guys, I'm so sorry that I won't speak English when Russian. I love you too, guys. Thank you so much for your attention, for, you know, being patient and being here and listening to this Russian that you don't even understand. To the closest usable exit, taking nothing with you. I love you. High-heeled shoes must be taken off. They may tear the evacuation slide. The bus just Не бежать никому, не бежать вам. Если вы видите, что у вас это цепляет, допустим, вот эта информация, которую сказали, вам обидно, значит, надо работать над этим. Значит, это правда. Мысли, сила мысли очень сильная. Посмотрите, кто снова очень обзаведует для психолога на YouTube, который говорит про женщину, что особенно когда мужчина находится, женщина находится с мужчиной в отношениях, ее мысли влияют на его события, на его жизнь. Очень важно это понять, что если у вас есть сейчас мужчина, и даже вам что-то не нравится, примите это. Не были за такими, были, не были события в жизни, то, что вы, допустим, вы нравится, может быть, где живете, где вы живете, сколько он зарабатывает, что он делает, это все вы программируете. Женщины, у нее очень сильные мысли. Он говорит, что у женщины холодные мысли, подождите, холодный разум и горячая, как бы, находится в горячей вибрации у нас на живота, а мужчина наоборот. Горячий разум, или наоборот, или не что. Сейчас брать не буду, чтобы не брать, но у мужчины холодный разум, правильно. А у женщины горячий разум. Вот так, значит, у женщины... Он очень много рассказывает про то, каким должна себя даже быть женщина, какой должен быть мужчина, как женщина, мужчина влияет, как женщина влияет на мысли мужчины, что нужно понимать. И там про карму тоже очень много. Он про ведическую культуру все это рассказывает очень интересно и очень мудрый мужик. Не просто он, как бы, скажем так, имеет знания с книжек, нет. Он очень-очень-очень меня удивил своими мыслями, какого. Не знаю, нечем жалеть, послушайте.
моя история только могла бы тому, чтобы каждый из нас был счастлив. Он не делал меня счастливым, ни я его не делала счастливым. Но очень, я его очень уважаю, он хороший мужчина, но поверьте. Мы будем счастливы. Наша дочка будет счастлива, это самое. Давайте мы будем рисовать вовлеченную жизнь, почему, но не почему, наши личные. Если мы расстались, значит, мы посчитали, так можно. А вот. Я ни о чем не жалею, я надеюсь, что мы тоже ни о чем не жалеем. Желаем друг другу до счастья, и вот, все хорошо. Про ту же собаку нет, я не выяснила, надо будет напомнить, потому что узнать, нужно будет, дальше мы подойдем к себе. Всю жизнь можно изменить друг отношение к себе. Всю жизнь. Да, это наращивание нереально. Просто, девочки, я в восторге. В восторге она не испытывала наращивание. Вообще не видно. Стесеньки маленькие капсулки, даже все вот так вот делают. Их видно, но их не видно. Видите? Столько крутые. Вот. Сегодня не улетел огромные капсулы, короче. А я у меня волосы отломились по плечи. Вот так. Волосы были вот такие. Так по плечи после я сбегаю. Оно сейчас это не выглядит. Оно не портит волосы, то, что вам делать, его нужно менять. Вы эти волосы взяли, допустим, купили. И их не надо менять постоянно. Вы приходите к ней, она их снимает, пока вы там у нее в ванне паритесь, или массаж делаете, она их перекапсулирует, и вам их же наращивает. Вот и все. Кевин, thank you for your love. Thank you. Это не на нет, это не на ленту, это видите, какие даже их не увидите. Такие тонкие маленькие капсулы. Крошечные, просто длинные. Одна капсула работает, как маленькая тонкая. Видите, как она не проплята. Не проплята, она не краше лошадь. Поэтому надо не побольше информации уже говорить. Она получит. Она получила посылку с... Блин, какой сегодня писался сон. Сегодня писался сон, что я приняла ислам. Представляете? И мне было так хорошо, как будто я приняла ислам, как будто у меня прям... Я была как-то... Я видела какой-то серебряный свет вокруг себя. И было такое нереальное ощущение, состояние. Я в шоке, если честно, такой приятный сон. Как будто я приняла ислам в этом, вот в том... Большой заик, который построил этот мечеть там в Абу-Даби. Представляете, вообще, я в шоке, это было нереально. Нет, это не снаг, это потому что я насмотрела там фильм вчера, потом мусульман смотрела. Потом я нашла Коран, который перевела женщина, мне все советуют этот Коран почитать. Я увидела книгу, которую мне отправили, книга пришла, попросила сестру показать. И она, короче, посмотрела, там мужчина ее перевел, а самый лучший читатель как перевод Корана, именно эта женщина, забыла, как это было, что я обязательно эту книгу закажу себе. Я уже попросила то, чтобы она заказала именно перевод, в этом переводе. Она очень доступна, так хорошо объясняет, поэтому я хочу ее. Почему немногие не верят в Бога? Мужчины именно не верят в Бога. Мужчины не чувствуют, скажем так, у мужчин нет такой силы. Я бы поговорила с ним о Боге. Он сам себе противоречит, я уверен. Поздно. Допустим, у мужчин не так сильно развита интуиция, как у женщин. Женщины знают, а не то, что... Я очень мало видела женщин-атеистов. Я скорее всего, больше мужчин. Мы с Линдси Лохан не говорили про религию. Линдси, я вообще даже не спрашивала про ислам. Мы
во сне, постоянно снится, что в беременности, вот что-то, знаешь. Ну, это хороший сон, мне кажется. В четверг вечеринка? Не знаю. Можно так внушить, иначе отвезло. Ну, они просто, я понимаю, что он может иметь в виду, что он не верит вот в такое как бы преподнесение, как через вот эти, скажем так, религии, как Бог на небе все видит. Если через энергию, я уверена, что он верит. Он верит выше разума, я уверена, а это и есть Господь Бог. Просто сегодня его называют по-другому, в энергию святую, светлую, чистую энергию. Поэтому, просто он, может быть, не верит, вот, если так вот, как бы, как в книге написано, Бог на небе все видит, то, конечно, ну, как бы, условно, что он в это не верит. Какой техники тоже был, у меня просто, ну, даже не видно, что ваша жена. Мне кажется, Иисус – пророк, да, конечно, конечно. Иисус – это пророк, и Моисей – это пророк, и Мухаммед – это пророк. Это все пророки, и вот я так понимаю, что как раз ислам и говорит, вот когда понимаешь ислам, мне вот как объяснили, что ты должна засвидетельствовать, что Бог един, и ты веришь только в одного Бога, что нет другого Бога, кроме Бога, но он называет Аллаха, Аллах – это и есть Бог. В переводе с арабского, и, соответственно, что, и что ты, как говорится, что ты следуешь пророкам, вот, которые были, потому что это очень мощные, действительно, были люди, пророки, у которых был прямой доступ к этой информации. И Моисей, Иисус, ну, про Мухаммеда я не читала, много там не могу сказать, но да. Жизнь после смерти другая, она не... Понимаете, она в виде энергии, она не, там нет я, вот ты есть все, но и я нет, и это очень сложно, скажем так, человеку переварить, как это нет я, у нас эго, понимаете, срабатывает сразу, я себя обуславливаю, я знаю, где я, где граница меня, где в этом теле, я Виктория Воина, вот моя граница, это моя рука, это моя. Плечо, это мое лицо, это мой глаз, это я. А там твоя душа, она является частью вот этой всей божественной энергии, которая после смерти, смотря как у себя в этой жизни запозиционировали. Никто не знает, что после смерти, но после смерти физической поднял или опустился. Поэтому и нету я, есть ты как одно целое с этой энергией. Это очень сложно переварить здесь, что как же так, потому что здесь срабатывает эго, опять же. А что за пределами космоса? А там за пределами космоса как раз вот эта вся энергия находится. Очень интересный вопрос. Мне нужен. Как же ты думаешь, Богу, если нас родили, крестили, держатся просто... В смысле? Как же следовать пророкам, наверное, не переведем? Но пророки говорят одно и то же все. Они все правильные вещи говорят. Ну ладно, не надо говорить. Пес это тоже... Я постараюсь найти информацию, мне просто интересно спрошу у своего шамана. И вот эта вся энергия, надо отпустить его. Отпусти его. Жизнь сейчас лежит там, она вообще разная. Она абсолютно разная. Это энергия, где ты танцы энергии живешь, она как бы такая вся. То есть она не просто кусок энергии, она такая извивается вся. И получается, что когда ты сливаешься этой энергией, ты уже не можешь быть вот тем куском энергии, ты уже ну, то есть это нереально, конечно. Но это невозможно объяснить словами. Спасибо, как хорошо сегодня после этого, после бани. У меня спина перестала болеть, я так шарю. Наконец-то. Да, Чина, согласна. Спасибо. Отпусти пса. Пусть он дальше.
дальше живет. Его душа, с ней все хорошо, он переживает. Не надо никого бежать, не пуститься, если он целый будет точно. Ваша часть энергии. Это претит моим стержнем. Я не наживусь здесь, потому что это претит мне. Я не буду обижать кого-то во благо того, чтобы нажиться, допустим. И здесь как раз будет проверяться ваш стержень. И только тогда,